Настя на Енисее. Старый добрый пылесос, как часто у нас выручает быту. Сегодня я вам покажу топ-5 лайфхаков, что можно с ним сделать еще. Погнали! Предположим, вы рассыпали бисер или резиночки для волос, или как в моем случае, вот такие вкусные конфетки. Для этого нам потребуется носок, желательно новенький и без дырок. В общем, надеваем следующим образом, включаем. Знаете ли вы, что пылесос можно использовать как герметизатор? Итак, нам потребуется обычный полиэтиленовый пакет. Будем туда складывать мою футболку. Итак, плотно все сложили. Посмотрите, футболка загерметизирована до лучших времен. Это отличный совет, особенно для тех, кто собирается в отпуск. Правда, не знаю, когда у вас это получится сделать, но тем не менее, места занимает мало. Совет номер 3. Нам потребуется, как вы думаете, что? Туалетная бумага. Точнее, втулка от нее. Втулку мы надеваем следующим образом на пылесос. У меня, к сожалению, она оказалась больше, чем насадка. Но я вот так вот немножечко придержу и вам покажу, как это должно выглядеть. И теперь мы с вами будем убирать пыль с окон. Помогает убирать пыль даже в труднодоступных местах. Теперь берем крышечку от йогурта и проделываем в нем отверстие. Теперь засовываем туда трубочку, надеваем на насадку пылесоса, вот так аккуратненько, и заделываем скотчем. Знаю, вы этого ждали, ведь пылесос можно использовать как фен для волос, например, как вот эти люди. Но я, пожалуй, пас. Ну и выработалась я сегодня.